Видимо, шайтан попутал, скажем так. И я думаю, самое правильное решение в этой ситуации будет прийти к миру. Если же настолько вот горит у асхаба, он хочет какое-то место, это не стоит тянуть народы, не стоит тянуть толпы в эту ситуацию. Просто, если есть какая-то обида, что один, что второй, оба спортсмены, сойдите в рамках закона в клетку, один на один, и закройте вопрос, и раз и навсегда выйдите с этой клетки, уже пожав друг другу руки. Дорогие друзья, всем салам алейкум. Долгое время не комментировал произошедшее между нашими братьями Асхабом Тамаевым и Мухаммад Дибиром. Почему? Потому что я считаю, что слова должны подкрепляться фактами. И пока об этих фактах не знают люди, лучше помолчать. Ну, по факту сегодня каждый из, почти практически многие из вас, каждый из вас практически уже видел по камерам и так далее всю на самом деле правду, как оно было. Ну, Асхаб свою версию сказал, но камеры свою версию сказали. Ну что, понимание имели сейчас в моем обращении, нет такой цели, чтобы осудить того или иного. Наоборот, я хочу призвать к миру, благоразумию, чтобы, если так разобраться, посмотреть со стороны, да, на эту ситуацию. Ну, не враги же. Мое мнение такое, что не враги. И какие-то мести друг другу, это глупо и бессмысленно. Задам вопрос просто нашим братьям, Мухаммаду Дибиру, асхабу. Вот представьте себе, ребята, в ходе вашего конфликта, недоразумения, да, который произошел, где-то со стороны асхаба, мое мнение, что парень умный, да, далеко не глупый, но, видимо, от того, что еще молодой, немножко не так ситуация получилась, он не так размышлял, наверное, в эти минуты, что привело то, к чему сегодня привело это. Ну, это будет уроком, как бы не отрицал, что бы не говорил. Я думаю, для себя он в любом случае урок, как урок он это примет. Потому что, опять-таки повторюсь, парень не глупый. То, что касается Мухаммада Дибира, это тоже парень такой, который, чтобы из себя его вывести, он на самом деле очень сабрым парень. Это, я изначально не знал, кто что как, но по итогу оказалось, что моих близких братьев младший брат оказался. И уже за него, конечно же, я все узнал. Поэтому, что один, что второй, ребята хорошие. Просто, видимо, шайтан попутал, скажем так. И я думаю, самое правильное решение в этой ситуации будет прийти к миру. Если же настолько вот горит у асхаба, он хочет какое-то место, это не стоит тянуть народы, не стоит тянуть толпы в эту ситуацию. Просто, если есть какая-то обида, что один, что второй, оба спортсмены, сойдите в рамках закона в клетку, один на один, и закройте вопрос, и раз и навсегда выйдите с этой клетки, уже пожав друг другу руки. Это мое мнение, как нужно, к чему нужно прийти. Это не та ситуация, где мы должны накалять обстановку. Многие говорят, там, вот это удар, там, Чечне, там, это, то. Ни в коем случае. Это всего лишь уличная разборка. И не важно, там, кто какой нации. Когда разборка происходила, на нации акцент никто не ставил. Там все по ситуации. Вот. Поэтому дай Аллах, чтобы эта ситуация побыстрее стала на свои места. Да поможет Аллах решить эту ситуацию благоразумно. И пусть это будет примером и уроком, как для них, так и для многих
в том числе и для меня. Еще что хотел бы сказать. То, что касается... Хотел бы обратиться к органам власти, чтобы проявили гуманность и благоразумие к нашему брату Мухаммаду Дибиру. Но не стоит этот случай того, чтобы ломать жизнь человеку. Ребята между собой разберутся, тем более Асхаб тоже не пишет ни заявлений, против ничего не имеет. Сами разберутся между собой, иншаллах. Спокойно, без лишнего. Поэтому хотел бы попросить вас не заводить дел по этому факту, потому как по-любому вопрос уже решен между собой, ребят. А с принципа ломать жизнь пацану, это очень неправильно будет. Поэтому давайте, ребята, все вместе проявим благоразумие и постараемся поскорее закрыть этот вопрос. И что один, что второй, оба достойные пацаны. Просто где-то один ошибся, где-то второй спылил. Но без этого не бывает, это жизнь у нас такая. Всем мира и добра. Салам алейкум. Ты никогда не задумывался, сколько тебе нужно денег для счастливой жизни? Я думаю, чем больше, тем лучше. Стать миллионером за день почти невозможно, но только если выиграть лотерею. А стать миллионером за год можно, кликнув на вот этот ролик. Там мой друг расскажет тебе о методике, которая позволяет зарабатывать от 3 до 10 тысяч, используя секретный алгоритм. Кликай и поторопись. Кто знает, может уже завтра она работать перестанет, а ты так и не успел забрать свои деньги. Не жди, действуй. Кликай прямо вот сюда. Удачи!